Всем привет! Вы на канале про трейдинг и инвестиции. Сегодня я вам расскажу про криптовалюту VRX. Так, значит, дело в том, что она вчера начала расти довольно значительно. И если мы возьмем интервал 1 месяц, то мы увидим, что она появилась недавно, это именно в феврале месяце. Вот. 15 или 3 февраля она появилась. И буквально через 2 недели начался значительный рост. То есть с 0,02 в 10 раз. Даже в 11. Вот. Почему так произошло? Потому что очень много информации появилось, что VRX – это криптовалюта индийской биржи, которая собирается вот запускаться и будет очень эффективно использоваться. Вот. Поэтому был большой-большой рост. Он длился 4 дня. Сейчас я пролистаю. Вот, он длился 4 дня. И потом, когда было новость про коронавирус, начали падать все криптовалюты. И, в принципе, и VRX упал до 0,05 в 4 раза. После этого он несколько раз подымался до 0,11, 0,15 и падал 0,11, 0,15. И так волночки держались полгода. То есть, и вот вчера вы видите, какой скачок до 19. Если подумать, что он тоже будет расти 4 дня, как и в прошлый раз, то, в принципе, у вас еще есть 3 дня, чтобы на нем поторговать. А вот. Как он сейчас прыгает? Значит, это если он потом упадет, а если будет расти дальше. Потому что если мы посмотрим в предложение и возьмем ставки, то он тут и до 18-19, и даже до 25 будет расти. А вчера были ставки даже до 45. Вот, но возможно они еще появятся. Значит, как он сейчас прыгает? Вон было 19-250 и падает до 17. То есть это почти сколько? 10%, да? Вот, даже больше. Опять поднимается 18-400, 17-100, 18-16. И сейчас опять 17. В принципе, объем торгов очень большой. Уже 20 миллионов. Это значительно. И если мы возьмем по изменениям, вот, я вижу самые большие изменения криптовалют. Вчера был VRX на первом-втором месте. Соответственно, сегодня чуть-чуть упало его рост по сравнению со вчера, потому что этот рост за сутки. Вот, сейчас 8% по сравнению со вчера. Но это значит, что к вчерашнему надо прибавить еще 8%. А вчера было около 35%. Вот. Соответственно, общий рост сейчас 43% примерно. Поэтому можете попробовать поторговать на VRX, пока там большие объемы. Вот возьмем по объемам. Самый большой, конечно, ОБТК. Потом Этер, который сейчас, эфир, который сейчас вырос. Линк. Waves. И где ж тут у нас VRX? Вот, VRX. Вот, я не говорю, что она самая лучшая для торговли, но на данный момент она показывает большой рост вот со вчерашнего обеда. Поэтому рост не может быть полдня, хотя он держался на минимуме полгода. Поэтому предполагаю, что можно на нем поиграть. Вот. Так. Поэтому всем хороших торгов. Смотрите следующее видео. Завтра выходит новая криптовалюта в 7 утра. И я сниму видео тоже в первые минуты
торгов. Если хотите, можете написать в комментариях, я вообще могу прямой эфир включить. Но могу и снять просто видео. Вот как она будет себя вести с аналитикой. Вот, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал. И пока-пока.